Приветствую вас, и, наверное, дать точного ответа, однозначного на ваш вопрос нельзя. Хотя бы потому, что вы, строя свои отношения в начале, решили, что вы не расстанетесь по вашей вине. То есть вы захотели определенных гарантий в своих отношениях. А гарантии никто дать никогда не может, в том, что касается человеческих взаимодействий. И в этом и кроется ваша ошибка, в том, что вы слишком были направлены на то, чтобы гарантировать хотя бы для себя то, что девушка от вас не уйдет. Может быть, вы рассчитывали на то, что вот все ваши действия, которые были, все ваши действия, все ваши поступки, они не допустят того факта, что девушка может вас бросить. И в итоге у вас действительно получилось. По ее словам, что все было идеально. Действительно так. Что было идеально для нее? Вот все то, как она хотела. И именно это ее и оттолкнуло от вас. Потому что человек, он не идеален. Человек, он совершает ошибки. Человек, он склонен иметь недостатки, осечки и так далее. Вы же, исходя из того, что вы написали, вели, ну, едва ли не идеальный образ, идеальное поведение, идеальное поведение по отношению к ней. То есть у вас было так, что вы как бы вот запрограммировали себя на определенное поведение к ней. А именно программирование в итоге девочку, наверное, вас оттолкнуло. Потому что она ощущала, во-первых, что вы живете по заданному ритму, по заданному ориентиру, ее это, вероятно, не устраивало, потому что, ну, ей казалось это скучным и так далее. И, возможно, ее также не устраивало то, что вы, ну, слишком идеальны. То есть вот ей прибраться к вам, ну, вообще никак вот не получается. Прибраться к вам. Соответственно, что вам нужно сделать? Точнее, отвечая на ваш вопрос, вот вы спрашиваете, почему она не ценила это, а пользовалась? Не было никакой циклической активности в вашем поведении. То есть вы постоянно, стабильно давали ей то, что нужно. А при этом, человек ценит лишь то, что он может потерять. А она не боялась потерять. Потому что она знала, что вы всегда можете дать ей это. Дать ей то, что нужно. И из-за этого она не ценила. Потому что это у нее всегда было. И вы никогда не сомневались. Не давали ей сомневаться в том, что этого может и не быть вообще. Дальше. Как распознать таких людей на ранних стадиях? Ну, вы знаете, ответ на этот вопрос можно сформировать таким образом, что никак. Потому что вы, вот насколько вы пытались гарантировать себе 100% успех в отношениях с ней, настолько вы сейчас пытаетесь гарантировать себе, как бы сказать, защиту от ошибок. Вот вы совершили ошибку, вы считаете, что вот то, что с вами произошло, да, вот, ну, в ваших отношениях это ошибка, и вы хотите от этих ошибок в будущем застраховаться. Но проблема заключается в том, что человек сам не знает, что будет чувствовать.
Ведь она вас вначале любила. И вы, наверное, это тоже сами знаете. Просто потом она поняла, что ей это не подходит по каким-то причинам. Так бывает. И если вы будете вести себя так же вообще, то рано или поздно появится та девушка, которая оценит вас по достоинству, которая будет ценить это, действительно ценить. Но это возможно лишь в том случае, если вы делали все вот то, что вы делали, для себя. То есть потому что вы так считали правильно, потому что вы так хотели. А не для того, чтобы, например, сохранить отношения с девушкой, или, например, чтобы не быть одному, чтобы не расстаться. То есть, чтобы не было каких-то корыстных смыслов того, что вы делали. И если говорить о распознавании, то никак. Человек на протяжении отношений меняется, меняются его приоритеты, меняется его восприятие другого человека, восприятие всех ценностей. И поэтому вначале женщина может действительно радоваться и восхищаться тем, что вы для нее делаете, а потом у нее это может вызывать, скажем, дискомфорт или отторжение. И для того, чтобы подобного не было, вам нужно просто... исключить однородность. То есть, вот, однородность в том плане, что отношение, оно умеренное. Вот, например, вы видите, что девушка в чем-то нуждается, да, она нуждается в вашей помощи, там, и так далее, вы ей помогаете. Но если вы не видите, что девушка в ответ что-то для вас делает, то, если вам нужно, то вам хочется, вы, соответственно, снижаете свою активность, чтобы человеку показывать, что вы не собираетесь играть в одни ворота. А если вне зависимости от ее поведения, от ее активности, от ее направленности, вы постоянно придерживаетесь одного и того же поведения, то в этом нет ничего страшного, это хорошо. Но следует тогда иметь в виду, что и человек будет относиться к этому как к чему-то постоянному. А если это что-то постоянное, если это что-то стабильное, то изменить это не получится. Просто потому, что девочка будет знать, что вы делаете это не для нее, а для себя. И вопрос в том, а устраивает ли это вас. Когда вы делаете что-то для кого-то, это неплохо, это выбор. Когда вы делаете что-то для себя, это тоже неплохо, это выбор. Вопрос в том, какой выбор ваш. Так, чтобы вы сделали его, этот выбор, осознанно. И вот в зависимости от него, от выбора, уже и будете вы исходить при дальнейших своих отношениях. Следующий вопрос. Может что-то поменять в моих отношениях, но это в принципе я вам сказал. Некоторые говорят, что задавил любовью и слишком много хорошего сделал. В принципе, именно задавили любовью вы вряд ли. Потому что девушка вам тогда сказала, что вы ее душите. Вы, может быть, и не задавили ее любовью, но вы слишком однородно, однонаправленно с ней, возможно, взаимодействовали. И ушла она к антиподу, потому что тот думает о себе. Вот тот не идеален. Она в нем видит как бы себя. Она понимает, что у нее есть недостатки. И она, соответственно, стремится к человеку, у которого тоже, по ее мнению, есть недостатки. Чтобы чувствовать себя с ним на равных. А с вами себя на равных она не ощущала. Она как будто постоянно чувствовала себя хуже вас. Да, вы идеальны, да, вы замечательны, вы все делали так, как нужно, так, как это было необходимо, но для нее это было слишком отдаленно, слишком идеалистично. Она не чувствовала, что вот она соответствует вам. Возможно, она даже вначале думала, что она просто не подходит вам, недостойна вам. И укрепляясь в этом своем мнении, укрепляясь в этом своем ощущении, она, по сути дела, и пришла к тому, что разлюбила вас. Потому что другой человек, с которым она встретилась, да, он дал ей легкость.
Может быть, он не дал ей всего того, что давали вы, но он дал ей легкость и осознание близости, духовной близости некой. То есть ей с ним, ей с ним легко, ей с ним хорошо, ей с ним понятно. А с вами было как-то по-другому. Возможно, она тяготилась тем, что вы для нее столько всего делаете, а она этого сделать не может. И тогда в этой ситуации нужно понимать, нужно понимать и знать меру того, что вы делаете для другого человека. Делаете для него столько, сколько ему комфортно от вас принимать. Если вы делаете больше, то человеку уже неприятно. Человек чувствует себя униженным, человек чувствует себя недостаточно хорошим для вас и так далее. А это тоже плохо. Это тоже перекос в сторону негативных направлений в отношениях. Вот, возможно, именно в этом и есть ваша ошибка. Возможно, именно это вам и нужно поменять. Быть более чутким человеку не в плане того, чтобы окружить его заботой и теплом, а чтобы понимать того, а что же он хочет именно, что он хочет. Слышать его, чувствовать его настроение. И не делать ничего такого, по возможности, что ему бы не нравилось, что вызывало у него дискомфорт какой-то. Соответственно, а вместе с этим и циклическое поведение, то есть циклическое отношение, меняющееся, гибкое, в зависимости от того, как относится к вам человек, чтобы он видел, что вот его какие-то конкретные действия приводят к каким-то конкретным действиям у вас, к каким-то реакциям. А если вне зависимости от его действий реакция всегда одна, да человек и не чувствует, что он как-то влияет на вас. И в этом ключе, вероятно, девушка не ощущала просто, что она действительно с вами. То есть да, она у вас есть, вы у нее вроде бы тоже есть, но вы ей помогаете, вы как-то на нее влияете, а она никак на вас не влияет, абсолютно. Она не чувствует, что вы в ней нуждаете, возможно. Конечно, это не так, конечно, это ее восприятие, но тем не менее. А в отношениях всегда ответственны два человека. И вы, я думаю, ответственны в этом. Не потому, что специально как-то хотели ее подчинить или унизить, нет. А просто потому, что не придали этому значения. Думали, что если по пунктам, по каким-то планам, по алгоритмам будете придерживаться определенного поведения, то все будет идеально. Нет. В отношениях личных нету никакого четкого плана, в отношениях личных нет никаких программ, нет алгоритмов. Вот вы чувствуете, что вам что-то не нравится, выразите это. Чувствуете, что вам что-то не по душе, выразите это. А если вы не делаете этого, если вы не выражаете свои какие-то негативные, допустим, эмоции, то человек чувствует, что вы не искренне с ним. А неискренность способна убить любые чувства. Вот и все. Надеюсь, что помог вам на этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.